Приднестровье продолжается уборка хлопка. Сразу с поля его везут на Тератекс. Там после очистки из волокон делают пряжу. Из пряжи соткут ткань, а из ткани пошьют постельное белье. Евгений Кукулеску наблюдал, как появляется на свет уникальный продукт из приднестровского хлопка. За всю историю Тератекса такого не было ни разу, чтобы хлопок с поля за считанные часы попадал прямо на производство. Мягкие волокна еще сохраняют тепло солнца. Это самое свежее сырье, с которым будут работать текстильщики. Хлопок собирают руками. Процесс трудоемкий занимает много времени. Если эксперимент по выращиванию хлопчатника в Приднестровье будет продолжаться с тем же успехом, то в будущем придется приобретать специальную уборочную технику. Эксперимент длится уже третий год. Результатом довольны и ученые НИИ сельского хозяйства, и текстильщики. С одного гектара собирают больше тонны хлопка высокого качества. Это подтверждает лабораторный анализ. Мы получили хлопок урожайный, с которым мы убирали в поле. Мы волокно тестировали не однажды. И хлопковое волокно у нас получилось хорошее. Длинное, четвертый тип, сорт первый. Количество пуха очень низкое. Волокно у нас получилось хорошее. Хлопок из Азии привозят уже очищенный. А вот наш, приднестровский, необходимо отделить от семян. Их посеют в следующем году. Хлопок проходит через длинную очередь специального оборудования. После взвешивания его отправляют в предельно-ткацкий цех. Здесь из него делают пряжу. Ее тоже тестируют в лаборатории на качество и прочность. Хочу сказать, что сразу первые показатели показывают, что и лента по коэффициенту вариации, соответственно, и пряжа, соответствует стандарту по всем физмех показателям. Далее из этой пряжи мы сейчас наработаем соответствующее количество, которое необходимо. И в течение ноября месяца будем производить ткань, которая дальше пойдет в отделочное производство, ну, а дальше уже пойдет в швейное производство и выпустим постельные комплекты из нашего отечественного хлопка. Постельное белье из отечественного хлопка отметят специальным знаком. Приобрести уникальный продукт приднестровских текстильщиков в магазинах Тератекса можно будет уже в конце года. Евгений Кукулеску, Михаил Белый, ТСВ.